усім здоров'я. Після нетривалої перерви на телеканалі «Скіфія» у прямому ефірі відновлює роботу проєкт «Від першої особи» за участі голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова. Я вітаю вас, пане голово. Доброго дня. За цей час накопичилось багато інформації, але без поспіху про все по черзі. А розпочнемо із візиту до Італії. Минулого тижня там побувала велика делегація з Херсонщини на чолі із вами. Тож, будь ласка, хто входив до складу цієї делегації, з якою метою їздили, куди саме, і, як з'ясувалось, ключове для багатьох питання, чиїм коштом? Ви знаєте, Наталя, я вважаю, що якщо ми сьогодні строїмо європейські стандарти, європейські цінності, сьогодні моя задача, щоб максимальне кількість людей посетили країни Європи. Я когда зашел в стены областной администрации, ну, как бы и рассказывал людям на пальцах, куда мы должны идти, Европу, какие у нас должны быть стандарты. Это, прежде всего, скорая помощь, которая работает, это дороги без ям, это ночное освещение, это жизнерадостные люди, которые должны быть жить в нашей стране. И поэтому сегодня очень важно было бы мне, чтобы главы управления департаментов, главы районов и шли к европейским стандартам. Я, знаете, был удивлен, когда я долгое время рассказывал о Европе и понял, что многие головы районов, районных администраций никогда не были в Европе. Поэтому неоднократно на совещании говорил, что мы обязательно посетим Италию. Сегодня в Италии проходит Экспо-2015, взгляды всего мира сегодня прикованы к Милану. Там создано за короткий промежуток времени более 100 павильонов. Это, можно сказать, экономическая олимпиада. Экспо-2015. К сожалению, Украина там не представлена. И мы понимаем, что сегодня непростые времена в нашей стране, но сегодня надо популяризировать Украину. Сегодня в любом случае, как бы нам ни было тяжело, если ничего не вкладывая, нам будет тяжело думать о будущем развития нашей страны. Поэтому в состав нашей делегации входило большое спасибо Торгово-промышленной палате Острумовой Виктории, а в нашу делегацию еще входили главы департаментов, управлений, главы районных администраций, представители бизнеса. Фактически делегация была в таком составе для того, чтобы все группы районной администрации, там, Новотроицка, Геническа, Каланчака и многие другие, чтобы люди увидели Береслава, департаменты сектора АПК, чтобы они увидели прежде всего выставку на АПК, выставку Экспо-2015. Угу. Выставка была посвящена именно агропромышленному комплексу. Ну, продовольчая безпека, в первую очередь. Называлась «Накормить планету». Я думаю, я когда смотрел на глаза людей, которые никогда не были за рубежом, представители управления, они не понимали, как, почему так все выстроено, почему у нас разбитые дороги, почему у нас сегодня не выстроено все системно, а в Италии выстроено. Такие же самые люди, такие же, внешне такие же, но почему-то они сделали, а мы не сделали. Поэтому для меня это был самый важный момент, когда они задали себе вот такой вопрос. Ведь мы должны это сделать, мы ничем не хуже, чем итальянцы. Мало того, сегодня Херсонщина, это, я считаю, это такой процветающий край с огромным потенциалом. Мы обязательно должны сделать европейские стандарты на нашей земле. И немаловажно хочу сказать, что эта поездка была без единой копейки бюджетной. Это нам пришлось уйти всем, кто госслужащий, пришлось уйти в отпуск. И фактически многие свой отпуск, в том числе и Илья, потратили на служебную командировку. Но это не было зря, потому что мы посещали не только выставку Экспо-2015, мы встречались с двумя экс-губернаторами, с двумя вице-губернаторами Северной Италии. Мы встречались... Вы были самые у Північній Італії, да, так? Да, да. Это, получается, у нас вице-губернатор Ломбардии и вице-губернатор округа Венето, где мы провели встречу, презентовали Херсонщину, инвестиционный потенциал нашего региона. Они, когда я представлял Херсонщину, говорил, что сегодня Херсонщина фактически это южные ворота Украины. И рассказывал, что в Херсонщине есть речной и морской порт. Они смотрели на карту, и фактически по карте я показывал, что сегодня в нашем регионе одна из самых крупных мелиорационных систем. Херсон – это и речной, и морской порт. В Херсоне восстановлен аэропорт, который 15 лет не работал. Рассказывал о научном потенциале нашего региона. Одна из самых лучших морских академий в Европе, где люди выходят, получая образование, сразу же получают работу. Я презентовал наш регион, и вы знаете,
Я абсолютно уверен, что большинство людей, с которыми я общался, об этом говорили и представители бизнеса, они посетят Херсонщину в сентябре на экономическом форуме. Наша задача – создание новых рабочих мест. Наша задача – именно создание на нашей херсонской земле благоприятного режима для инвестиций, для развития бизнеса. И я этим направлением непосредственно сам курирую и сам занимаюсь. И вы знаете, были итальянцы, у нас была встреча, кроме представителей власти Италии, у нас была также встреча с бизнесом Италии, те люди, которые потенциальные инвесторы нашего региона. Они говорили, что в прошлые периоды, когда они пытались завести инвестиции в наш регион, сталкивались с проблемами чиновниками. Тобто про Херсонщину вони знають не чуток? Нет, они больше знают про Одесский край. Между прочим, Одесский регион активно работает в Северной Италии, активно работает, они обмениваются делегациями, ездят. И то никому не задает вопросы. Одесситы прекрасно понимают, для того, чтобы развивался их регион, а мы знаем, что сегодня в Одессе уровень жизни выше, чем в нашем регионе, в Херсонщине, хотя Херсонщина, считаю, ничем не хуже, а может даже и лучше по своему потенциалу. Они понимают, что в это надо вкладывать. Поэтому постоянные поездки органов власти, органов бизнеса, обмен, встречи, посещение конференций, выставок. Это необходимо сделать сегодня на нашей, и мы должны сделать это в стенах областной администрации, управления, департаментов. И неоднократно в администрации президента я поднимал вопрос, что это абсолютно неправильно, когда сегодня фактически, я все понимаю, что сегодня в стране идет война, и максимально бюджет сегодня сделан таким образом, чтобы финансировать сегодня обороноспособность нашей армии. Ну, и необходимые еще выдатки. Ну, надо понимать еще и важное, что надо думать о будущем. Если мы сегодня не будем думать о инвестиционной привлекательности нашего края, если мы строим Европу, надо брать чиновников, молодых чиновников. А если, знаете, сегодня подтягиваю в областную администрацию, департамент управления молодых ребят, это и 31, 32, 35 лет, это кризис-менеджеры, это люди, которые хотят сегодня изменить страну, хотят сделать ее демократической, европейской. И поэтому необходимо все-таки выезжать на конференции, на выставки, смотреть, как живет Европа. Не надо изобретать велосипед, его уже давно изобрели. Сегодня в Европе фактически создана именно та система, та модель, которую надо сегодня принести и все-таки каким-то образом модифицировать для украинской реалии и создать Европу на территории нашего прекрасного края. Поэтому, как бы меня кто ни критиковал, я считаю, что буду делать все для того, чтобы представители власти посещали европейские страны, конференции, учили, смотрели. Также веду переговоры сьогодні. Ну, напевно, варто сказати про те, що є обмеження, що державний службовець, він не має права выездить за кордон, чи то на стажування державним коштом. Да, это было сделано в этом году, было сделано в прошлом году, хотя в предыдущие периоды времени таких не было. Поэтому сегодня, к сожалению, для того, чтобы государственный служащий выехал на ту же конференцию, вы знаете, на выставку, я когда в свое время занимался промышленностью, экономикой, посещал большое количество выставок, делал это от 5 до 8 раз в год, посещал выставки в Дюссельдорфе, посещал выставки во Франции, в Италии, ездил в Милан, ездил постоянно и учился, потому что посещение выставок – это на самом деле работа. Ты в течение дня должен обойти массу стендов, провести переговоры, изучить опыт европейский. Это навчання, это саморозвиток. У нас есть масса вопросов, начиная от энергосбережения, которое сегодня необходимо делать на нашей Херсонской земле, новых технологий строительства, новая система агропромышленного комплекса, новая система именно как должен работать аграрно-агропромышленный комплекс, и заканчивая тем же логистикой. А сегодня Херсонщина именно имеет прекрасное месторасположение. Это южные ворота Украины. Мы сегодня делаем ставку на возрождение Херсонского аэропорта. Я как обещал, мы буквально с вами, когда общались в прошлый раз, мало кто верил, а я говорил, что мы сегодня сделаем Херсонский аэропорт европейским аэропортом. И в конце года многие жители нашего края и гости увидят, что Херсон, он после Херсона, это будет с аэропортом, и он будет уже иметь совершенно другие очертания. Во-первых, мы создаем реверс. Будут несколько залов, залы прилетов, залы улетов. Будет построена эта система кондиционирования, отопления. Несколько будет залов, где можно будет быстро пройти
пограничную зону обслуживания багажа. То есть там идет целый технологический этап. Сегодня мы должны из своего региона, Херсонщину, сделать привлекательную конфету для того, чтобы к нам ехали гости, отдыхали на наших морях. И, соответственно, это будет выгодно и жителям нашего края. Они будут оставлять финансовый ресурс, будут создаваться новые рабочие места. И именно создание аэропорта – это ключевой вопрос. И очень важно, что именно все чиновники херсонские, они взлетели в Херсоне и через транзитную зону в Стамбуле оказались в Милане. То есть сегодня Херсон дает возможность, через херсонский аэропорт можно попасть через Стамбул в любую точку мира. А сейчас 10 июля запущен авиарейс Херсон-Киев. Вначале это будет 3 раза в неделю, потом я хочу, чтобы это было гораздо чаще. Сегодня ведем переговоры и с другими авиаперевозчиками. Обязательно я запущу в ближайшее время авиарейс в Западную Украину. Есть проблемы, которые создали монополисты. Это авиационная компания МАУ, которая фактически монополизировала рынок. И вы знаете, что сегодня, буквально вчера, был подписан договор с открытым небом Соединенными Штатами Америки. В ближайшее время будет подписан договор об открытом небе с европейскими державами. Тогда мы сможем сделать так, чтобы в Херсон летали самолеты, в том числе и в Западную Европу. Будет недорогой тариф. Это будет возможность жителям нашего края посетить европейские страны и посмотреть уже на готовый велосипед, на жизнерадостных европейцев, на их взгляд, на их дыхание. И все это, всю ту изюминку привезти в наш прекрасный край. И также европейцы смогут прилететь в наш регион, Херсонщину. В ближайшее время будет все-таки создан Нижнедепровский парк. Это будет визитная карточка нашего края. И они также могут именно отдохнуть на берегах Черного моря. А я думаю, что их больше всего будет интересовать как раз этот новый Нижнедепровский парк. Посмотреть на наши заповедники, Асканья, Основа и многие другие вещи. А сегодня большой интерес со стороны Европы именно к нашему региону. Все-таки у нас устье Днепра, у нас один из самых красивейших мест на планете. Поэтому будущее у Херсона есть, и оно будет. Но для того, чтобы было будущее, над будущим надо работать. Никто не придет к нам, не приедет, не сделает нашу жизнь лучше, если не сделаем мы это сами, с вами, Наталья. Поэтому надо, чтобы наши люди, жители Херсона, посещали Европу и все самое лучшее внедряли потом в нашем херсонском крае. Ви знаєте, мені все ж таки цікаво, чиновники, які вперше з вами побували цього разу у Європі, вони коли повертались, яке загальне враження було? Ну я розумію, багато емоцій, багато вражень, це як діти у цирку вперше побували, це все природньо. Вони повертаються сповнені такі енергії, сподівань, що тут дійсно можна щось поміняти, чи навпаки, ну, нам так не жить, знаете, руки опустив и все, и никто ничего не будет делать. Вы знаете, я часто провожу совещания, когда провожу совещания областной администрации, собираются департаменты, управления, сразу всем в конце подвожу черту. Кто опускает руки, не в нашей команде. Пожалуйста, заявление на стол и до свидания. Поэтому сегодня опускать руки нельзя. В стране идет война, я объявлена российским агрессором, поэтому сегодня очень важно создавать экономические предпочтения в Украине. Сегодня очень важно поднимать уровень жизни, создавать новые рабочие места. Именно сегодня удар по России будет только в том случае, когда мы будем поднимать экономику и нашего региона, и Украины в целом. Если мы будем просто сидеть, опустив руки, или будем ходить по площадям и заниматься митингами, ничего не произойдет. Будущее будет, к сожалению, не очень хорошее. А если мы будем работать, много работать, прежде всего, работать надо над собой, надо учиться. Да, сегодня, между прочим, жестко бороться с коррупцией. Надо сегодня помогать власти. С моей стороны, я сегодня неоднократно ставлю вопрос в Киеве и постоянно бью кулаком по столу и требую, чтобы наконец-то в Херсоне назначили начальника таможни. Уже более 4 месяцев нет начальника таможни в Херсоне. Я общаюсь с силовым блоком. Я четко знаю, что именно руководство силового блока, ни милиция, ни СБУ никаким образом не причастны к контрабанде, которая, говорят, происходит на территории. Есть факты, про це і ЗМІ постійно публікують інформацію, да. Відгуки з наших співгромадян. Прошу общественность взять данную ситуацию
под контроль, но не просто словами, а конкретными фактами показывать, если есть факты коррупции. Силовой блок настроен решительно, если есть факты коррупции, данные люди сядут в тюрьму. Ну, аби не допустити події, які, не дай Господь, те, що в Мукачево наразі відбуваються, це дійсно ця ситуація, вона оголила цілий пласт проблем, які, знову ж таки, пов'язані із контрабандою на митниці і корупцією. Але, з вашого дозволу, я повернусь все ж таки до інвестицій. Ви і італійцям дуже гарно презентували наш край, безумовно, він мав би їх зацікавити. Про проблеми ви говорите, коли презентуєте Херсонщину, оскільки для багатьох інвесторів наші реалії не надто прийнятні. Це і законодавство незрозуміле, і складна дозвільна система, ну і знову ж таки та корупція. Талі, я сам в своє время займався не бізнесом, тому що бізнес є різний, є торговля, є промисловість, є производство. Тому сам сталкувався, як чиновники сьогодні мішають созданню бізнесу, созданню нових робочих місць. Четко каждый инвестор, который будет заходить при мне, будет заходить на Херсонщину и будет создавать новые рабочие места, будет под моим контролем. Я всем говорю, будем собирать чиновников, если необходимо, будет собирать и силовой блок, и будем четко проводить, кто мешает, тот сегодня, с тем нам сегодня не по пути. Облэнерго, Облгаз, другие согласующие организации, которые там экологи, санэпидемстанция, МЧС, если им сегодня, к сожалению, законодательство сделано так, что у них там длинные сроки согласования документов, никаких длинных сроков не будет. 3 дня, максимум неделю, экспертиза и вперед. Сегодня надо всем вместе думать о будущем нашего края. Сегодня наша задача всеобщая. И в том числе МЧС, экологов, они тоже живут в этом нашем регионе, они должны думать о будущем своих детей для того, чтобы создавать высокий уровень жизни в нашем регионе. А это только можно одним путем, созданием новых рабочих мест. Торговля, это, в принципе, это перекладывание денег из кармана в карман. Будущее Херсонщины, это именно создание инфраструктуры побережья Херсонщины, создание новых пансионатов, прибрежной зоны. Создание предприятий промышленных, а у нас достаточно большой интеллектуальный потенциал. И в свое время вы знаете, что Херсон и Херсонский край гремел крупными предприятиями, где работали люди. Сегодня они не по своей воле стоят на рынках. И они сегодня с удовольствием, когда будет достаточно высокая заработная плата, пойдут работать на промышленные предприятия. Наш край силен агропромышленным комплексом. Одна из самых лучших систем, больших систем, системы мелиорации. Сегодня наш край, фактически тот регион, который может стать жемчужиной Украины, я это не раз говорил, и любой инвестор, который будет заходить в Херсон, будет четко со мной сопровождаться. Коррупции не допущу, буду бить по рукам, а согласовательные документы, необходимые для открытия бизнеса, будут в самые кратчайшие сроки организовываться. Мы создаем коммунальное предприятие сегодня. Да, привлекаем профессиональных специалистов. Зачастую это люди бизнеса, которые сами в свое время имели проблемы, сталкивались с проблемами. И сегодня, вы знаете, я обращаюсь к диванной сотне, сегодня очень важно показать свою любовь к родине конкретными делами, а не критикой власти. Да, критиковать имеет право тот, кто копает рядом. Он может подсказать, в какую сторону и как надо нам действовать. А тот, который сидит на диване и постоянно критикует, это он работает на Владимира Путина. Потому что сегодня в стране идет необъявленная война. Сегодня надо всем мобилизоваться и максимально менять нашу страну. Повторяю, никто не сделает нашу землю красивой, яркой, зеленой, если не сделаем это мы сами. Сегодня все в наших руках. Сегодня у нас есть шанс изменить нашу страну. И мы его используем по-настоящему. Наразі в області тривають жнива, і, відверто кажучи, погода не те, що не сприяє цьому, а навіть навпаки заважає. Тим не менше, які види на цьогорічний урожай зернових, які прогнози? Що селяни отримають врешті? Ну, і держава в цілому? Перше, урожай буде в цьому році дуже хороший. Нам сьогодні мішають дожді, 10 днів дожді, вони якось вибили з графіка посівну. Ну, урожай планується більше 2 мільйонів тонн. У нас, опять же, в департаменте сельского хозяйства работает достаточно молодой парень, который бывшим был фермер, Полевода Александр. Сегодня он максимально создает комфортные условия для фермерских хозяйств. То есть у нас там ряд программ, причем он, как сам фермер, бежит впереди, можно сказать, бежит впереди паровоза, старается помогать и помогает всем, абсолютно не уходит в сторону. И делает это
от совести, по совести, потому что он сам в прошлом был фермер. И также подбираем молодую команду людей, которые раньше были фермерами, бизнесменами, людьми труда, которые сегодня готовы работать на благо нашей Родины. И как раз это его заслуга, я думаю, тоже есть, и не маленькая, то, что сегодня такие рекордные урожаи в нашей области. Есть проблема сегодня с автоперевозками. И он тоже ко мне пришел, говорит, давайте, надо сегодня максимально разрешить ездить, борьба с урожаем, да, большим, большегрузным автомобилем, потому что иначе, если беру, потеряем урожай. А я им говорю, Александр, сегодня идет децентрализация в стране. Видите, какие у нас плохие дороги в регионе? Хотя в Херсоне не самые плохие дороги, в Николаеве гораздо хуже дороги, чем в Херсонском крае. Но в любом случае, сегодня мы не имеем права за счет высокого урожая уничтожить херсонские дороги. Есть четкий закон и четкие правила. При температуре выше 28 градусов днем ездить большегрузным автомобилем нельзя. Сегодня есть такие новаторы, как Небулон, которые у них они идут вперед постоянно, они считают, ну и правильно делают, это предприниматели, которые максимально стараются эффективно экономику свою считают. У них грузовые автомобили 60 тонн. Я поразился, 60 тонн грузовые автомобили, фактически железнодорожные цистерны ездят по нашим дорогам. Если сегодня я им разрешу ездить при температуре воздуха, когда у нас иногда и 40 градусов бывает, они могут за один сезон уничтожить полностью наши дороги. Взагали. Поэтому все в одинаковых условиях. Есть правила, есть закон, никому ездить нельзя грузовым автомобилем при температуре более 28 градусов. Иначе мы соберем урожай, но уничтожим наши дороги. Идет децентрализация. Складна досить ситуация. Я уже думаю о будущем. Почему? Потому что если сегодня нам на дороге дает Киев финансовый ресурс, это небольшие деньги. Для того, чтобы сегодня сделать дороги Херсонщины, надо сотни миллионов гривен. Денег выделяется гораздо меньше. А в будущем деньги придется при децентрализации. Нам власть, именно нам Киев даст возможность зарабатывать деньги, но дороги – это будет наша зона ответственности. Будем зарабатывать и за свои деньги, которые уже заработаны, потому что те финансовые ресурсы, которые сегодня мы поднимаем в киевский бюджет, будут оставаться на местах. И мы будем восстанавливать дороги, которые в этом году хотят уничтожить. Не допустим этого. Четко я провел совещание с силовым блоком, меня поддержали милиция, ГАИ, где мы сказали, что закон прежде всего. Есть проблема сегодня в законодательной базе с весовыми. В будущем, в перспективе, планирую создать коммунальное предприятие, которое все-таки мы должны разработать свой механизм. Сегодня разрабатывают наш депутатский корпус. Дорогах, конечно, так? Мы должны поставить везде весовые по территории Херсонской области. При въезде на основных дорогах, внутри, при въезде в город Херсон, где мы четко должны контролировать вес автомобиля, нагрузка на оси. Потому что... Чтобы это не на око вызначать, а... И жесткие, высокие штрафы. Именно это одна из проблем, почему такие плохие дороги. В Европе, я вам хочу сказать, где качество дорог гораздо выше, нет ни одной ямки. Там четко идет контроль, нагрузка на оси автомобилей. Поэтому сегодня при децентрализации власти задача каждого жителя нашего края и контроль власти, и контроль бизнеса, в том числе, и именно если есть такие злоупотребления, когда едет грузовой автомобиль 60 тонн, а на посту ГАИ его остановили днем, температура градусов более 28 градусов, и потом гаишник его отпустил, это нарушение закона. Фиксируйте, фотографируйте и давайте мне информацию. Потому мы должны наводить порядок на своей земле. Пане голово, була інформація, хотілося б дізнатись вашу думку щодо цього. ЗМІ поширили заяви окупаційної влади Криму, що для збирання врожаю на півострові будуть задіяна техніка із Херсонської області. Як ви до цього ставитесь? І я знаю, що є люди, які всерйоз це сприйняли і будуть власними силами протистояти цьому. Я їх підтримую. Ні в коїм випадку. Сьогодні у нас є проблеми у самих. Сегодня у нас есть проблемы у самих с уборкой урожая, с техникой, потому что, вы знаете, техники не хватает. Сегодня у нас рекордный урожай, надо его убрать. Всеми путями будем данные процессы будем тормозить. Мы должны, прежде всего, убрать урожай на Херсонской земле. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, і з вами був голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов. Успіхів вам, пане голово. Спасибо. Гарного всім Дякую. Вечора. До зустрічі. Бережіть себе і своїх близьких. До побачення.